Продолжение чтения книги игумена Никона Воробьёва о началах жизни. Зло. Зло не создано Богом. Зло не имеет сущности. Оно есть извращение мирового, а в отношении к человеку и ангелам нравственного порядка, свободной воли человека и ангелов. Если бы не было свободы, то не было бы возможности извратить нравственный порядок, премудрый и совершенный. Ангелы и человеки, как автоматы, подчинялись бы законам физического и нравственного мира, и зла не было бы, но без свободы воли не было бы в человеках и ангелах образа Божия подобия. Совершенное существо немыслимо без свободы воли. Кстати, все атеистические учения вынуждены отрицать свободу воли. Они отрицают в теории, а на практике тихомолком допускают свободу воли. Иначе пришлось бы с ужасом признать, что человек – ничтожная часть бездушной огромной машины, которая знать не знает и не хочет знать о человеке, и безжалостно калечит или уничтожает его, когда законы этой машины приводят к этому. Разумные существа, познавшие себя как самостоятельные личности, я, как новый самостоятельный источник света, ивановский червячок, как центры, для которых весь мир, окружность n-ного радиуса, есть только объект, объект познания и действия, причем даже Господь, Бог, может быть в какой-то мере только объектом. Эти личности гораздо в большей мере сознавали до падения своего величия. О них было сказано: «Вы боги и сыны Всевышнего, все вы», Псалом 81, 6 стих. Они не знали опытно зла и не могли вполне оценить добра, которым пользовались. Желание стать как боги, знающие добро и зло, привело к падению и ангелов, и человеков. Отсюда начинается история человечества. Воспитать человека в благоговении и любви к Богу, в любви к человеку, не подавляя его свободы воли, возвести его в достоинство Сына Божия – вот сложнейшая задача, абсолютно неразрешимая для людей и потребовавшая даже от Бога величайшей жертвы – воплощение крестной смерти и воскресения самого Бога. С гордостью человек не может спастись. При наличии гордости он в раю опять может отпасть от Бога, уже окончательным падением, подобно демонам. Поэтому в течение всей земной жизни Господь дает человеку познать, что без Бога он ничто. Он раб своих страстишек и раб дьявола. Вот почему до смерти человека Господь не позволяет вырывать плевелы, чтобы не повредить пшенице. Это значит, что человек без недостатков, с одними положительными качествами, обязательно возгордился бы. Если теперь с малыми добродетелями мы находим возможность гордиться, то что же было бы, если бы для нас еще здесь открылась вся слава обожженной души, обоженной, простите, души? Даже апостол Павел нуждался в отрицательной помощи ангела Сатанина, пакости деющего, 2 Коринфянам 12, глава 7 стих, «дабы не превознестись». Она же говорит нечего. Как Господь старается спасти человека, так дьявол погубить. Дьявол дает человеку видимость победы над собой и водит через это самодовольство и гордость, дает успехи в покорении сил природы и внушает мысль: через знание и науку вы победите природу, будете бессмертны, станете богами. Вы теперь уже можете гордиться своими достижениями.
явно противоположность двух направлений. Вполне очевидными становятся промышления Божие о спасении человека и усилия дьявола погубить даже тех, кто все силы употребляет на искание единого на потребу. Евангелие от Луки, 10 глава, 42 стих. То есть Царствие Божие. Из области теории это переходит в самую жизнь. Человек находится в непрерывной борьбе со злом, с дьяволом, с его внушениями, то падая, то восставая. В этой борьбе он познает свою немощь, лукавство вражие, помощь Божию, любовь Божию к себе. Он познает цену добра и зла и уже со всей сознательностью избирает добро. Делается непоколебимым предпочтение добра его источника Бога и отвергает зло и дьявола. Хотя он и падает, делает иногда злое, но и осознает это как зло, грех, осуждает себя, кается, просит прощения у Бога и тем самым еще более утверждает себя предпочтение добра и Бога, хотя и отрицательным путем. Тема эта слишком обширная. Ты правильно сказал, что человек должен прийти в смирение как противоположность гордости. Эту мысль я здесь высказываю только в ином виде. Может быть, тебе и интересно прочесть, а если нет, то когда-либо все же пригодится. Можно изложить это убедительнее и красивее, со ссылками на святых отцов. Здесь только набросок тех мыслей, которые в последние годы стали моими. Прости. Премудрость Божия так велика, что и зло Господь обращает в пользу человеку. Эта мысль раскрыта многими святыми отцами, дело вот в чем. Человек может спасти через веру, исполнение всех заповедей. Исполнение их изменяет психику, душу человека, обновляет его, делает человека новым по образу Божию, точнее, по образу Спасителя Иисуса Христа. Самым основным свойством нового человека является смирение. «Научитесь от меня, яко кроток есть мы смирен». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих, без которого исполнение даже всех заповедей не только не приближает человека к Богу, но делает врагом Божиим, ибо если не будет смирения, то обязательно будет гордость. Именно к этому свойству души, я полагаю, применима особенно мысль Евангелия, что сатана, будучи изгнан, скитается вне, а затем, усмотрев, что дом прибран, украшен, но не занят, берет 7 других духов, злейших себя, и водворяется с ними в душе, и бывает последний человека, горше первого. У преподобного Макария Египетского отношение смирения к прочим добродетелям изъясняется притчей о роскошном обеде, устроенном для царя и вельмож. Но так как все было приготовлено без соли, то есть смирения, то вместо благодарности, устроивший обед, подвергся только гневу царя. Так без смирения в суе добродетели человека без него, то есть без смирения, в душу войдет гордость, с нею 7 бесов, то есть все страсти. При внимании себе, при постоянной борьбе с грехом человеку станет видно, как глубоко он испорчен и как пронизано все существо человека гордостью. Победить всякое мнение о себе, свое тщеславие, свою гордыню равносильно победить весь грех. И вот оказывается, что и грехопадение человека могут помочь ему приобретение смирения, если только человек не будет винить в своих падениях никого, ничего, а винит себя, что есть вполне правильно. Во всем виновен сам человек, обстоятельства, и дьявол только содействует греху, соблазняют, а окончательное решение принадлежит человеку, потому он и ответственен целиком. И это подтверждают и угрызение совести после совершения греха. Борясь с грехом, живущим в себе, и постоянно впадая в теле другие грехи, человек опытно
Они теоретически познают свою порчу, свое бессилие и постепенно приобретают смирение. Всюду и постоянно побежденный грехами, он, наконец, в глубоком сокрушении сердца, со слезами припадает ко Господу. Сознается от всей глубины души в своей греховности, в своем бессилии самому победить грех и будет умолять Господа Божия. Аще хочешь, можешь меня очистить, Евангелие от Матфея, 8 глава, 22 стих. Так говорил прокаженный, а сам я ничего не могу сделать. Господи, спаси меня, Господи, научи меня творить волю Твою, Псалом 142, 10 стих, Господи. Изведи из темницы душу мою, Псалом 141, 8 стих. Тут только человек познает необходимость Спасителя, пришествие его на землю, поймет значение его жертвы крестной. Тут человек познает и великое милосердие Божие падшему человеку, ибо при искреннем раскаянии Господь ограждает его, снимает с него грех, исцеляет язву в душе, сделанную грехом, и человек на своем опыте познает бытие Божие, промышление его о себе, познает, что близ Господь сокрушенным сердцем, Псалом 33, 19 стих, что Он воистину врач душ наших и прочее, прочее. И таким образом грехопадение, будучи злом, делается причиной величайшего добра. В этом дивная премудрость Божия, как во всем. Со времени ухода из Козельска я увидел многое, в частности, как сильна клевета, как много она может сделать, пусть будет даже абсолютно ложно. Недаром сказано негде, избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди Твои, Псалом 118, 134 стих. Клеветой даже можно затруднить исполнение заповедей. Велико падение человека, люди стали опаснее бесов, и то, что кажется ничтожным злом, небольшая ложь, лукавство, болтливость, излишняя доверчивость и прочее, подобное всему действиям врага, по попущению Божию делалось сильным оружием у человека против другого человека. И какая-то большая помеха в молитве, сколько лишних помыслов. Это тогда, когда казалось, что стало легко в этом отношении. Опыт большой, но довольно тяжкий. И, скажем так, для меня необходимый. Враг не дремлет и находит в каждом человеке слабые места и на них делает нападение с особой силой. Часто он злое так прикрашивает, что человек думает, что делает добро, творя иногда ужаснейшее зло для себя. Помоги, Господи, нам дочитать до конца эту книгу. Следующая глава будет знание. Будем молиться, чтобы Господь нам дал силы слушать, а мне читать.